Свою творческую жизнь Дворец искусств начал еще в 70-х годах прошлого столетия. Советский Бобруйск нуждался в столь масштабном объекте, самый современный. Такую характеристику ему давали тогдашние критики. На календаре уже 2021. Главная концертная площадка города готовится встретить свой юбилей. 6 марта ей исполнится 30. Сегодня Дворец искусств – это большая семья, которая работает на благо города. И эта семья – это не только те, кто непосредственно здесь работает, но и те, кто приходит к нам заниматься. А это практически весь город. Большая семья Дворца искусств – это несколько десятков коллективов, от хореографии до вокала. Шинанай, камерный и хор ветеранов, юность и чабарок. Многие из них имеют звание заслуженных, не забывают и про развитие технической базы. Так, например, в 2018 году появились новые экраны – подарок Китайской Народной Республики. Год спустя приобрели и световое оборудование. Зрительный зал Дворца искусств – это почти 1000 комфортных мест. На Бобруйских подмостках выступали такие знаменитости, как Леонтьев, Киркоров, Солодуха и Ани Лорак. 8-й ряд, 20-е место. Отсюда открывается самый лучший вид. Лучший вид ждет и всех гостей юбилея. Концерт в субботу будет особенным и не похожим ни на один другой. Коллективы представят себя в новом ракурсе. Вся программа рассчитана почти на 2 часа. Поздравить Дворец искусств приедут и звезды белорусской эстрады. Георгий Колдун, Влада, дуэт баянистов, ва-банк, перкуссия, шоу-барабанщики «Перцы» Сергей Шептунов, арт-группа «Белорусы». Юбилей – хороший повод собрать всех друзей. И сказать спасибо. Сказать спасибо всем тем, кто был на протяжении этих 30 лет с Дворцом искусств, кто и был Дворцом искусств. Это практически все трудовые коллективы наших предприятий. Это руководители предприятий, учреждений, которые в самые сложные моменты всегда подставляют плечо и дружескую руку. Поэтому спасибо вам всем, друзья. Напомним, юбилейный концерт пройдет 6 марта в 18:00. Организаторы обещают аншлаг. Практически все билеты распродали еще месяц назад. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.